Друзья, всем привет! Я сегодня в центре города Паттайя и хочу показать вам отель, который называется Сандалай Resort. Это четырехзвездочный отель, который расположился прямо на первой береговой линии, через дорогу от центрального городского пляжа. Этот отель недорогой и очень востребованный, повторюсь, потому что он находится прямо на пляже. Оценка по букингу 7.6 из 10, это немного выше среднего. В положительных отзывах туристы отмечают, что достаточно большие просторные номера, само собой локация прекрасная, 2 минуты до моря и компетентный персонал. В отрицательных отзывах многие туристы отмечают, что очень старая мебель, в принципе, весь отель достаточно немолодой. Давайте мы с вами его посмотрим, и вы уже решите, приедете вы сюда или нет. На территории есть один большой бассейн. Друзья, если кто-то из вас отдыхал в этом месте, пожалуйста, напишите комментарий, как прошел здесь ваш отпуск. На последнем этаже расположена комната для встреч. Мы посмотрели общественные места и направляемся смотреть первый номер. Он называется улучшенный двухместный с одной большой кроватью и видом на море. Его размер 25 квадратных метров. Друзья, да, с отзывами согласен, что мебель здесь в номере совсем старая, но в принципе он неплохой. Он просторный, светлый, еще и прекрасный вид на море. Забронировать этот номер, к примеру, в середине марта 2024 года, вы можете от 60 долларов в день за двоих, включая завтрак. Всем привет! Как видите, в номере есть все необходимое для нормального проживания. Этот номер мы посмотрели и идем смотреть другой. Он тоже называется улучшенный двухместный с одной большой кроватью, только без вида на море.
хотя частичный вид на пляж есть и на бассейн. Друзья, во всех номерах в этом отеле курить нельзя. Этот номер вы можете забронировать от $45 в день за двоих, включая завтрак. Как вы заметили, в этом номере кофемашины нет. Друзья, мы посмотрели этот отель. Пожалуйста, напишите свой комментарий, что вы думаете о нем. И, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только самые полезные видеообзоры. Мы идем дальше. Пока!